Добрый день всем! Вас приветствует меховое ателье. У нас в работе очень интересный костюмчик из перфорации. Сейчас я вам покажу жакетик. Очень интересный такой классический жакет. И платье. Костюм сделан из натурального замша, перфорированного. Очень хорошего качества. Наша задача, уже клиентка наша поносила этот костюм, но он не совсем практичный, то есть на все торжества он был одет. Сейчас уже хочется чего-то новенького из него, свеженького сделать. И мы придумали, как полностью переделать и переиграть этот костюмчик. Размер наш вот нашей клиентки на манекен, поэтому будем следовать ему. И вот готовый результат нашей работы. У нас теперь появился костюмчик, юбочка, жакетик и жилетка. Жилетку я вам сейчас покажу, уже переодену манекенчик, потому что у нас манекен этого размера клиентки. Вот так вот интересно выглядит теперь рукав. У нас такая интересная модель. Видите, как бы мы перфорацию вставили здесь. Сейчас резкость наведу. Такими отделочными. И здесь у нас тоже манжетик, так же как и по низу изделия. И спинка. Вот такая интересная задумка у нас получилась. Подобрали в тон замш, очень близкий по тону к перфорации. Ну и покажу вам жилетку. А вот так вот выглядит жилет с юбкой. Это было полноценное платье, вот низ мы отрезали на юбку, а сверху сделала жилет, который будет одеваться под блузон. Вид сбоку и вид сзади. Жилет и юбка у нас на подкладе, а жакетик нет. Вот так вот выглядит без подклада наш жакет, а юбочка уже идет с подкладом. И жилетка у нас на подкладе. Кому нравится наша работа, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!